жила была звезда по имени Яна. Ее знала вся страна. У нее была квартира на 65-м этаже. Доброе утро. В редакцию. Большая машина с шофером. Свой журнал про моду. Подведем печальный итог. У вас нет идей, у меня нет обложки. И куча рабов. Нет, это не обложка. Еще у нее был муж. Чужой. Для здоровья. Просто я еще детей сегодня собирался уложить. Яна была красивая и злая. Так уйди отсюда! Уйди отсюда! Она никого не любила, и ее никто не любил. И она думала, что это нормально. Но потом в ее жизни появился настоящий мужчина. Я. А сейчас, блин, на лице я сниму с тебя скальп и скормлю его собакам. Он не русский, что ли? Цыган. Янка Титов. Смотри, нам взял тебе кровь! Ваш отец 2 года назад оформил опекунство и фамилию свою дал. Я оформлять опеку не буду, он мне даже не родственник. Вы ему купите все, что нужно. Ну что там, обычно детям надо. Держите. Что ты с нами делаешь? В детдоме была? Была. От опеки отказалась? Отказалась. 50 тысяч давала? Ты нас убила. Но на кону стояла ее репутация. Что ты предлагаешь? Ну, есть одна идея, только ты не падай. Тебе нужно его установить. И пришлось Яне стать моей мамой. Янка. Яна. С этого дня ее жизнь круто изменилась. Потому что ее жизнь меня не устраивала. Блин, я в этой комнате жить не буду. Почему? Она какая-то бабья. Это не еда для мужчины. Ты что, не приспособленная? Значит так, есть правила, которые ты будешь соблюдать. По квартире в грязных ботинках не бегать. В мою спальню без стука не входить. Ничего не трогать, не шуметь, не сквернословить. Что карта хас? Я думаю, когда все это закончится, надо твоего этого Янка пристроить куда-нибудь. Ну, подальше от меня. У меня была гувернантка. Так вот родители так все организовали, что я практически с ними не виделся. Хрен ты вообще няню в нашем городе найдешь. Сама сиди со своим уголовником. А вот эта модель называется личинка. Называй свою историю. Ты будешь водить меня туда, куда я захочу. Мне не нравится, как ты одеваешься. Ну ты же все-таки маму изображаешь. Еще ты просишь этого своего Игоря. Он чужой муж. И что? Тебе какое дело? А я не хочу жить с проституткой. Ты не мать, ты росомаха. Кто? Росомаха, болотный зверь, злой дух индейцев. Она же меня не бросит. Ну почему она тебя должна бросить? Она же твоя мама. Ну да. Вот. Вас обычно тошнит? Гудбай, мой друг. Сегодня по-английски. Уходим до рассвета, чтоб нам застать луну. Мой друг, сегодня мы не в списках. Беспомощны кареты, и незачем тянуть. Скоро и ты проснешься, кожей земли коснешься. Ты не догонишь время. Пятном сквозь пальцы не разбирайся.
молиться шепотом, так безропотно. Ну, есть одна женщина, которая меня остановила. Ее зовут Яна. Я готов сделать для нее все. Я очень люблю свою маму.